Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our obeisances of Guru Srila Prabhupada. Guru Dev, your mic is mute. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Prabhu. Please accept my obeisances. We may begin Guru Maharaj. I'm ready for translation. Okay. Om Magyana Tamarandasya Gyananjana Shalakaya Chatur Militanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Dubhayeva Cha Patitanam Patanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Masati Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Sri Upanishad. Today we're beginning mantra number 6. Итак, мы читаем Шри Шопанишад. Сегодня мы приступаем к мантре 6. Ясту сарвани бутани атмани ванупашьяти сарвабутешу татманам татумам бигягубсате. Перевод. Тот, кто видит все, связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо. Okay, read the first paragraph. Комментарий Шрилы Прабхупады, первый абзац. Эта мантра описывает Махабхагавату, великую личность, которая все видит связанным с Верховной Личностью Бога. Есть три стадии осознания присутствия Верховного Господа. Каништа Адикари – это человек, находящийся на низшей стадии осознания Господа. Он приходит на место поклонения, в церковь, храм или мечеть, в зависимости от того, какую религию он исповедует, и поклоняется там Господу в соответствии с указаниями Писания. Преданный, находящийся на этом уровне, считает, что Господь присутствует только в местах, специально отведенных для поклонения Ему, и нигде больше. Он не способен определить, какое положение занимает тот или иной человек в преданном служении, так же, как и понять, кто уже осознал Верховного Господа, а кто нет. Такие преданные следуют шаблонным предписаниям и нередко враждуют между собой, считая, что какой-то один тип поклонения лучше другого. Таких каништхадхикари, находящихся на низшей ступени преданного служения, называют преданными материалистами, которые еще только стараются освободиться от материальных уз, чтобы достичь духовного уровня. So, Srila Prabhupada describes that this mantra number 6 is describing the Mahabhagavat devotee, or a very advanced devotee who's able to see everything in relation to the Supreme Lord. Шрила Прабхупада здесь объясняет, что мантра шестая описывает Махабхагавату, или продвинутого преданного, который способен видеть все в связи с Верховным Господом.
So then Srila Prabhupada explains that there are three different stages in coming to realize or understand the Supreme Lord. And Prabhupada begins by talking, first of all, about the lowest stage, the Kanista Adhikari. Затем Шрила Прабхупада объясняет, что существует три уровня квалификации преданного в зависимости от осознания Верховного Господа. И Шрила Прабхупада описывает сначала самый низший уровень, Каништа Адхикари. So Каништа Адхикари means the junior devotee. He's actually a materialistic devotee. Конечно, адхикари — это уровень незрелого преданного или новичка. Kanishtha adhikari sees the Lord in the deity, but he's not able to see the Lord in the heart of other living entities. Конечно, адхикари способен видеть Господа в божестве, но не способен видеть Господа в сердцах других живых существ. So he does go to the temple, or he will go to the church, or to the mosque, but he thinks the Lord is only there in the temple, or in the mosque, or in the church. He doesn't understand how the Lord is everywhere. Такой преданный новичок приходит в церковь, храм или мечеть для поклонения и считает, что Господь присутствует только там. Такой преданный не способен понять, что Господь присутствует повсюду. So, Kanishtha Adhikari devotees, they often criticize devotees who are preaching. And they often quarrel with each other. Такой преданный Каништа Адхикари часто критикует проповедников и ссорится с другими преданными по какому-то поводу. So they can offer their respect to the deity, but they don't offer their respect to devotees. Таким образом, он способен выражать почтение божествам, но не способен пока выражать почтение преданным. So Srila Prabhupada explains how Kanishtha Adhikari is trying to come to the spiritual platform, but he's still on the material platform. Таким образом, Шрила Прабхупада объясняет, что уровень Каништа Адхикари — это уровень преданного, который пытается подняться на духовный уровень, но пока еще находится на уровне материального. So he needs to get the mercy of a devotee in order to elevate him to a higher position. Поэтому преданный такого уровня нуждается в милости других преданных, которые позволят ему достичь духовного уровня. All right, so read the next paragraph. Тех, кто достиг второй ступени преданного служения, называют мадхьяма-адхикари. Эти преданные видят различия между четырьмя типами живых существ. Верховным Господом, второе – преданными Господа, третье – невинными людьми, которые ничего не знают о Боге, и четвертое – атеистами, которые не верят в Господа и ненавидят тех, кто занят служением Ему. Мадхьяма Адхикари по-разному ведут себя с теми, кто принадлежит к этим четырем категориям. Они поклоняются Господу, видя в нем объект своей любви, дружат с теми, кто занят преданным служением, стараются пробудить любовь к Богу, дремлющую в сердцах невинных, и избегают атеистов, осмеивающих само имя Господа. So... The next, we hear Prabhupada now describing the second level, the intermediate level, which is called the Madhyama Adhikari.
Здесь мы видим, как Шрила Прабхупада описывает второй уровень развития преданного, промежуточный уровень или мадхьямадхикари. So мадхьямадхикари is actually devotees are encouraged to come to that position of мадхьямадхикари, because мадхьямадхикари is a preacher. Шрила Прабхупада побуждает преданных подняться на уровень, на второй уровень, на этот уровень мадхьямадхикари, потому что это уровень проповедника. So, on the мадхьямадхикари platform, the devotee will make distinction. He will see the Supreme Lord, and he will offer his worship to the Supreme Lord. На этом уровне мадхьямадхикари преданный может видеть различия. Он видит Верховного Господа и поклоняется ему. Then he sees the devotees of the Lord, and he will want to associate with the devotees. Далее он способен различать преданных Господа и старается общаться с преданными. And he will see also the innocent people who have no information, they don't know about the Lord. So he will give mercy to these people and try to enlighten them. Hare Bol. Адридхара, на вас слышно. Hare Krishna. Хари Кришна, не слышим. Прерывается ваш голос. Сейчас. Он старается. Секунду. Адидхарана, мы вас не слышим. Хари Кришна, мы вас не слышим. Хари Кришна, так лучше? Ну, вот сейчас слышно хорошо. Повторите, пожалуйста. Также он видит невинных преданных, старается их вдохновлять и просвещать. And then, so you have the intermediate, we're talking about the мадхьямадхикари and how he relates to the devotees. He will make friends with the devotees, and he will associate with them and discuss topics of Krishna with them. Мы говорим о среднем уровне и говорим о том, что такой уровень мадхьямадхикари предполагает, что преданный может общаться с преданными, старается общаться с ними и дружить. Мадхьямадхикари will also recognize those people who are atheists and who have no faith, no interest in devotional service, and he will avoid them. He will not associate with them. И также мадхьямадхикари различает атеистов, которые враждебно относятся к Господу, он старается избегать их и не контактировать с ними. And then those people who are atheists, blasphemers, devotee will want to avoid them. He will not try to preach to them, because if he will try to preach to them, they can become more offensive, and that's not good. Преданный второго уровня избегает оскорбителей и атеистов, не проповедует им, поскольку если им проповедовать, то они еще больше нанесут оскорблений. All right. Now you have to read more. Выше мадхьямадхикари стоит уттамадхикари, который все видит во взаимосвязи с Верховным Господом. Такой преданный не делает различий между атеистами и верующими, а смотрит на каждого, как на неотъемлемую частицу Бога.
Он знает, что между образованным браманом и бродячим псом нет принципиальной разницы, так как и тот, и другой являются неотъемлемыми частицами Господа, хотя и находятся в разных телах, полученных ими в результате качественно различной материальной деятельности в прошлой жизни. Он понимает, что частица Верховного Господа, воплотившаяся в теле брамана, не злоупотребляла своей независимостью, предоставленной ей Господом. А частица Господа, находящаяся в теле собаки, неверно использовала свою независимость и потому наказана законами природы и заключена в тело животного. Не обращая внимания на разницу в действиях брамана и собаки, уттама-адхикари старается принести благо обоим. Такого образованного преданного не могут сбить с толку материальные тела. Его привлекает духовная искра внутри тела. All right, so above the Madhyama Adhikari, we have the Uttama Adhikari, the topmost devotee of the Lord. Выше уровня Madhyama Adhikari стоит уровень Uttama Adhikari. Это высший уровень преданного Бога. So this is the person who is being described in this verse. Это как раз тот, кому посвящена шестая мантра. He sees everything in relation to the Lord. Он видит все в связи с Верховным Господом. So devotee on the topmost level, he doesn't make a distinction between the atheist and the devotee. He sees that everyone is a part and parcel of Krishna. Преданные этого высшего уровня не делают различий между преданными и теистами, потому что считают и видят каждого как неотъемлемую частицу Верховного Господа. And Prabhupada explains, he says that the devotee on the topmost level, he sees there's no difference between a brahmana and a dog in the street. The brahmana has many different qualifications, spiritual qualifications. He's studied the scriptures and so on. But spiritually, he's no different from a dog in the street. Преданные высшего уровня, как говорит здесь Шрила Прабхупада, не делают разницу не делает различия между браманом и бродячим псом на улице. Потому что, несмотря на то, что внешний браман обладает определенными качествами, изучает Священное Писание, с духовной точки зрения нет никакой разницы между тем и другим. Both the brahmana and the dog are part and parcel of the Lord, but they're in different bodies. Как браман, так и собака являются духовно неотъемлемыми частицами Верховного Господа, но заключенными в разных телах. So why are they in different bodies? Because they did different activities. Почему они находятся в разных телах? Потому что занимались разной деятельностью в прошлом. Mm-hmm. So the Mahabhagavata devotee sees that the brahmana, he has the brahmana's body because he followed the laws of the Lord. He was not independent, but he was surrendered to the instructions of the Lord. So he got the brahmana body. Тот, кто находится в теле брамана, он следовал указаниям священных писаний, не действовал независимо, полагался на волю Верховного Господа, и поэтому находится в теле брамана. But the dog, the soul which is in the dog, is put in the dog's body because he didn't know how to use his independence. А та душа, которая находится в теле бродячего пса, в прошлом неверно использовала свою независимость.
So the dog is being punished by the material nature. When you see the living entity in the dog body, you can understand this is the punishment which is put on the, that living entity. Таким образом, тот, кто находится в теле собаки, получил наказание от материальной природы. Если вы посмотрите на живых существ, заключенных в теле собаки, вы поймете, что это наказание для живого существа. So the devotee who is on the topmost level, the Uttama Adhikari, he will try to help both the living entity and the soul. Поэтому тот, кто находится на высшем уровне, Уттама Адхикари, он старается помочь обоим, телу и душе. He will try to do good for both of them. И он старается принести благо обоим. So the devotee on the topmost level, he doesn't discriminate against people on the basis of the body. He sees everyone as spiritual sparks. Преданный, находящийся на высшем уровне сознания, не дифференцирует, не ограничивает живых существ по типу тела, а видит в каждом духовную искру. And he tries to help everyone, every living entity. И старается помочь каждому живому существу. Read more. Те, кто подражает Уттама Адхикари, провозглашая идеи всеобщего равенства и братства, но в своем поведении руководствуются телесной концепцией жизни, являются лжефилантропами. Идеи всеобщего братства следует усвоить от Уттама Адхикари, а не от глупых людей, которые не понимают природы индивидуальной души и сверхдуши, полной экспансии Верховного Господа, пребывающей всюду. So we're told sometimes people will imitate an Uttama Adhikari. They'll pretend that they're on the topmost level, but they're not actually. Здесь говорится о том, что существует определенная категория людей, которые пытаются подражать Уттама Адхикари внешне, но при этом не находятся реально на этом уровне. And they will pretend, they will talk about the oneness and no duality, seeing everything as one and brotherhood, like that. They will talk in these terms. But at the same time, they will also be on the bodily platform. Те, кто претендует, не имея квалификации на уровень Уттама Адхикари, могут рассуждать о всеобщем единстве, о равенстве, братстве, но при этом находятся на телесном уровне сознания жизни. So Prabhupada explains, we want to understand what is universal brotherhood. We have to learn that from the topmost devotee. Чтобы, Прабхупада здесь говорит, чтобы действительно воспринять идею вселенского братства, необходимо усвоить этот принцип от Уттама Адхикари, от высшего преданного. But if we hear it from someone who is not so well educated, then certainly we will be cheated and misled. Но если мы будем пытаться учиться этому от неквалифицированного человека, то в итоге мы будем сбиты с толку, сбиты с правильного пути и обмануты. The person who is imitating, he does not have proper knowledge about the position of the soul.
тот, кто имитирует высший уровень, не имеет достаточного образования о природе души. And he is not properly informed about the super soul also, that there's not just one soul in the body, but there's two souls. The Supreme Lord is expanded there in the heart of everyone as the super soul. But those people who are ignorant, they don't know that. Также недостаточно образованный человек не имеет и знания о сверхдуше, которая находится рядом с душой. Недостаточно образованный человек считает, что даже если он считает, что в теле есть душа, он ничего не знает о сверхдуше, которая представляет собой проявление Верховного Господа, который распространяет себя в сердце каждого живого существа. So they talk about oneness, but they don't have the proper information about what is actual oneness. Поэтому те, кто рассуждают о единстве, не имея знания, у них просто нет правильного образования и понимания о том, что такое истинное единство. So we have to be very careful who we hear from and who we accept as an Uttama Adhikari. Поэтому нам нужно быть очень внимательным в вопросе, от кого мы слушаем и кого считаем Уттамадхикари. All right, read more. В этой мантре из Шиша Панишат недвусмысленно говорится, что человек должен наблюдать, то есть смотреть на вещи под определенным углом зрения. Это подразумевает необходимость следовать предыдущему ачарье, совершенному учителю. Санскритское слово, употребленное в этой связи, анупашети. Ану означает следовать, а пашети – наблюдать. Таким образом, слово анупашети означает, что не стоит воспринимать вещи такими, какими они представляются невооруженному глазу. Вместо этого нужно следовать по стопам предыдущих ачарий. Материальные недостатки не дают невооруженному глазу увидеть истинную природу вещей. Не выслушав высших авторитетов, невозможно обрести истинное видение. Самым высшим авторитетом является ведическая мудрость, которая поведана самим Господом. Ведические истины передаются по цепи ученической преемственности, начинающейся от Господа, который поведал их Браме, Брама – Нараде, Нарада – Вьясе, а Вьяса – своим многочисленным ученикам. Прежде не было необходимости записывать веды, так как в древние времена люди обладали более крепким умом и памятью. Им достаточно было однажды услышать наставление из уст учителя, чтобы потом следовать им. So, Prabhupada said, it's mentioned in this mantra that one should observe or see everything systematically. Прабхупада говорит здесь, что в этой мантре Шиша Панишат говорится, что человек должен наблюдать, то есть смотреть с определенной точки зрения. So, this is referring to the word anupashyati. Это прямой отсыл к слову anupashyati. Yeah, it's in the second line. Yes, two. Sarvani Bhutani Atmani Eva Anupashyati. Посмотрите, во второй строчке есть это слово. Ясту Сарвани Бутани Атмани Эва Нупашети. Вот это слово. So Anupashyati, Prabhupada explains the meaning is Anu means to follow and Pashyati to observe. So we have to observe, and then we have to follow. И здесь же Прабхупада дает объяснение значения этого слова. Анупашити. Ану означает следовать, а пашити – наблюдать. Таким образом, сначала нужно наблюдать, и потом следовать. So, this word means that we should not see anything with the eye, but we should see
according to the previous acharyas. Это слово подразумевает, что мы должны смотреть на ситуацию, вещи не своими глазами, а с помощью видения предыдущих ачарий. The acharyas usually they like us to follow their example, to follow in their footsteps. Нам следует идти по стопам предыдущих ачарьев. If we depend on our own eyes to see things, we will not see properly because our eyes are imperfect. Если же мы в оценке ситуации полагаемся на свои глаза, то мы будем обмануты, поскольку наши глаза несовершенны. We cannot see the soul with our eyes, but that doesn't mean there is no soul. Своими глазами мы не можем увидеть душу, но это не означает, что души не существует. So Prabhupada said, you want to get proper knowledge, you should take the knowledge from the Vedas. Шрила Прабхупада здесь объясняет, если вы хотите получить правильное надлежащее знание, его следует получать из Вед. And that Vedic knowledge comes in the line of the disciplic succession. И ведическое знание приходит через систему цепи ученических, цепи духовных учителей. So Prabhupada quotes about our own disciplic succession. He says, the Lord gave the knowledge to Brahma, and then Brahma gave it to Narada, and Narada gave it to Vyasadeva. И Шрила Прабхупада описывает систему преемственности, в которой он сам находится, где Господь передал знание Браме, Брама передал его Нарада, Нарада Вьяси и так далее. And initially, the message of the Vedas would simply be heard. It didn't have to be written down. People would go to the ashram of the spiritual teacher and they would hear. Изначально духовное знание передавалось на слух, а оно не записывалось. Люди приходили в ашрам духовного учителя и слушали то, что он говорит. And in the past, people were, they had better memories than we have today, and they were much more intelligent than we are. В те времена, когда так было, у людей была куда более лучшая память и разум, чем у нас. And they would just have to hear one time from the spiritual teacher. They would get the message, the instruction once, and they would follow it, take it very seriously. Людям того времени достаточно было услышать один раз из уст духовного учителя знания, чтобы они могли запомнить и серьезно следовать этому. So Kali Yuga, we have very poor memories, we don't remember things. We have to write everything down, or we have to keep the information in our computers. Теперь же мы вынуждены все записывать, плохо запоминается и храним всю информацию на компьютерах. But in the past people had good memories, they could remember very nicely. Но в прошлом у людей была отличная память, и они могли все очень хорошо запоминать. Okay. Next paragraph, Prabhupada. Yes.
Сейчас издается много комментариев к священным писаниям, но большинство комментаторов не принадлежат к цепи ученической преемственности, идущей от Шилы Вьясадевы, составителя ведического канона. Последним, самым совершенным и величественным трудом Шилы Вьясадевы является Шримад Бхагаватам, естественный комментарий к Веданта Сутре. Кроме того, есть еще Бхагавад-гита, которая была поведана самим Господом и записана Вьясадевой. Это самое важное из богооткровенных писаний, и любой комментарий, противоречащий принципам Гиты или Шримад Бхагаватам, является неавторитетным. Учение Упанишад, Веданты, Вед, Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам полностью согласуются друг с другом, и никто не должен пытаться делать какие-либо выводы, касающиеся Вед, поскольку он, пока он не получит наставления тех, кто принадлежит к школе Вьясадевы и верит в существование личности Бога и его многообразных энергий, описанных в Ши и Шопанишаде. Okay, so Prabhupada is explaining that the different commentators, they will all have their own commentaries on the different scriptures. Шрила Прабхупада в этом абзаце объясняет, что существует много комментаторов, которые пишут свои собственные комментарии на Священное Писание. But most of the people who write, they don't write according to the message of the parampara. They just give their own speculations. Но большая часть людей, которые пишут эти комментарии, они пишут их в соответствии со своим собственным личным пониманием, не совпадающим с сознанием Вед. So the most authorized commentator on the scriptures is Srila Vyasadeva. We accept his commentaries. Одним из самых совершенных и авторитетных комментаторов среди всех мы принимаем Шрилу Вьясадеву и принимаем его комментарий. Srila Vyasadeva gives us the philosophy of Vedanta, which Veda means knowledge and Anta means the end. So Vedanta means the end of knowledge. Шрила Вьясадева оставил нам Веданта Сутру, самый совершенный Веда Анта, самый совершенный или самый высший уровень духовного знания. Шрила Вьясадева wrote the Mahabharata. And in the Mahabharata is the Bhagavad Gita. Шрила Вьясадева написал Махабхарату, в которой содержится Бхагавад Гита. And then Шрила Вьясадева also wrote 18 Puranas. And after writing 18 Puranas, he was not satisfied. So by the help of his guru, he became successful. He became active in Krishna consciousness. Шрила Вьясадева также написал 18 Пуран, но тем не менее не был удовлетворен, пока с помощью своего гуру не стал успешен и активен в сознании Кришны. And Srila Vyasadeva also wrote the Vedanta Sutra. So Srimad Bhagavatam is a commentary on the Vedanta Sutra. В итоге Шрила Вьясадева оставил Шримад Бхагаватам, который является комментарием на Веданта Сутру. Some people argue that Vedanta Sutra has many commentaries. Shankaracharya also wrote a commentary on Vedanta Sutra, and Shankaracharya's commentary is very famous, but it's not the Vaishnava commentary, it's an impersonal commentary.
Некоторые люди утверждают, что к Веданта Сутре написано очень много комментариев. Очень известен комментарий Шанкарачарьи на Веданта Сутру, но это имперсоналистский комментарий, не вайшнавский. So the Srimad Bhagavatam is considered to be Vyasadeva's mature contribution in Vedic knowledge. It was the perfection of his writing. И Шрила Вьясадева внес очень большой вклад в ведическую литературу, в ведическое знание и оставил самый совершенный комментарий. So Srila Prabhupada said nobody should try to go against what is taught by Srila Vyasadeva. Поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь, что никто не должен принимать и использовать комментарий, который противоречит учению Шрилы Вьясадевы. If we don't follow Vyasadeva, then we have to follow the people who are coming in the line of Srila Vyasadeva in the disciplic succession. Поэтому мы следуем или за Шрила Вьясадева, или за его представителями в линии ученической преемственности. Шрила Вьясадева is the empowered incarnation of the Lord. He's empowered to write books of transcendental knowledge. Шрила Вьясадева является уполномоченным Верховным Господом, представителем трансцендентного знания. So we want to understand books like Vedanta Sutra, we have to hear about it from the author. The author was Vyasadeva. Поэтому, если мы хотим понять такие произведения, как Vedanta Sutra, мы должны следовать за автором, а автором является Vyasadeva. Okay, go ahead, finish that last paragraph. Последний абзац. В соответствии с Бхагавад-гитой 18.54 Уттамадхикари может стать только тот, кто достиг стадии освобождения, Брахма-бхута, и в каждом живом существе видит своего брата. Политики, которые всегда преследуют ту или иную материальную выгоду, не способны обладать таким видением. Тот, кто подражает поведению Уттамадхикари, служит материальному телу других людей ради славы или какой-нибудь вознаграждения. Но он не способен служить духовной душе. Такие имитаторы ничего не знают о духовном мире. Но Уттамадхикари видит в материальном теле душу и служит ей как духу. И тогда материальное благоденствие приходит само собой. Mm-hmm. All right, so Prabhupada is explaining now that to actually be an Uttamadhikari, you have to be a liberated soul. And liberated soul means you come to the platform of Brahman, that you know you're not the body. Таким образом, Прабхупада говорит, что тот, кто находится на высоком уровне, Уттамадхикари, он должен быть на уровне освобождения или по-другому на уровне понимания Брахмана. So in the Bhagavad Gita, Krishna describes Brahma-Bhuta stage in the 18th chapter, that one who is Brahma-Bhuta, he is a joyful soul. He's prasan atma. He's happy in the self, in the soul. Уровень Брахма-Бхуты объясняется в 18 главе Бхагавад-гиты. Там говорится, что человек, находящийся на таком уровне, это блаженная душа, это самоудовлетворенная личность, прасанна атма. And then the verse also says that one who is Brahma-Bhuta, he should see all living entities equally. Также человек, находящийся на уровне Брахма-Бхуты Прасанатмы, видит всех живых существ равными. So people who are maybe politicians,
And so on, they sometimes imitate that kind of talk of the Uttama Adhikari. Есть политики, которые преследуют ту или иную выгоду, не способны обладать видением Уттама Адхикари. So politicians, they speak these things just to attract the common people, to impress them that, oh, he's a good person, that, oh, he's talking about seeing everyone equal, but their only purpose is to for their own material gain. Некоторые политики пытаются привлечь к себе людей, но по большому счету они преследуют материальную выгоду и не способны проявлять настоящие качества. They're still in the bodily platform. They're not actually doing any service for the soul. They're not on the spiritual platform. Они находятся на материальном уровне и просто подражают поведению Уттама Адхикари, а служат материальному телу других живых существ, не будучи способным служить духовной душе. The one who is trying to be the Uttama Adhikari, he should have information about the spirit soul and about the spiritual world. He can't just only be in the bodily conception of life. Но истинный Уттама Адхикари обладает знанием о духовном мире, о духовной душе. So in this way, Prabhupada explains who is actually Uttama Adhikari. Таким образом, здесь Прабхупада объяснил, как по-настоящему можно распознать Уттама Адхикари. So one who knows the spirit soul and acts for the interests of the spirit soul, that is the topmost devotee. Тот, кто по-настоящему всегда заботится о благе души, во всех случаях тот и есть находящийся на высшем уровне преданного. All right. So we'll stop there today. Итак, на этом мы сегодня остановимся. We'll ask if there's any questions. Может быть, есть у кого-то вопросы? В Раджаране Махараджи. В Раджаране, ваш вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные поклоны, примите смиренные все слова Шрили Прабхупаде. Хотела спросить вот про Уттаму и Мадхьяму. Мадхьяма, уровень Мадхьямы позволяет уйти с этой вселенной в другую вселенную, либо чтобы Шрила Прабхупада нас забрал в духовный мир. Спасибо, Хари Кришна. The question from Mataji Rajarani, Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. My question regarding Uttama Adhikari and Madhyama Adhikari level. Can, if person already has on the Madhyama level, is he able to get liberation and go to another universe, or maybe Srila Prabhupada will take us to him? Yeah, one who is a preacher is on the Madhyama level. One who is distributing Krishna consciousness, he should be a Madhyama devotee. Тот, кто проповедник, тот, кто распространяет науку сознания Кришны, тот считается находящимся на уровне мадхьямы.
Can this person, I mean Madhya Madhikari, reach next universe, or maybe reach Srila Prabhupada and be with him? Definitely. Несомненно. And sometimes those who are on the Uttama platform, they will come down to the Madhyam platform for the sake of preaching. Кроме того, те, кто находится на уровне Уттама-адхикари, порой спускаются на уровень Мадхьяма-адхикари в целях проповеди. Because often the Uttama-адхикари doesn't preach because he thinks everyone's already liberated. He thinks they're already doing devotional service. So he doesn't preach. Потому как Уттама-адхикари не проповедует, он считает, что все уже и так находятся на духовном уровне. But the Madhyama devotee, he makes distinctions, he sees different people. So he avoids the atheists, but he gives mercy to the innocent. Но Мадхьяма-адхикари, он различает людей и потому избегает атеистов и дает милость невинным. So these devotees are very dear to Lord Krishna. Такие преданные очень дороги Господу Кришне. So definitely the Madhyama devotees can go back to Godhead. I can go to be with Prabhupada. Поэтому, несомненно, такие преданные могут вернуться обратно к Богу, могут прийти к Шриле Прабхупаде. Следующий вопрос. Thank you, Guru Maharaj. Mm-hmm. Next question from Маджи Ватишачи, please. Хари Кришна. Дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны со слава Шри Прабхупаде. А в чем еще проявляется материализм Канишки, помимо того, что он видит Бога только в божествах и ссорится с преданными? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances, O Guru Srila Prabhupada. What else does the materialism of Kanishtha Adhikari manifest itself in, besides seeing God only in deities and quarreling with devotees? And can you say this again? It's not so clear. Sorry, Gurudev. What else does the materialism of Kanishtha manifest itself besides seeing God only in deities and quarreling with devotees? What else is his materialism? Well, their problem is that they cannot see the good work of a devotee who is preaching and distributing Krishna consciousness, and they may criticize such people. Проблема в том, что Канишки не видят ценности проповедников, тех, кто распространяет сознание Кришны, не способны оценить их усилий. And Prabhupada also mentions how they have the tendency to argue with each other. Прабхупада также упоминает их тенденцию спорить с другими. And to argue with devotees. Спорить с преданными. So that influence of Kali Yuga comes in, and the arguing and criticizing other people. That is Kanishtha platform. Так проявляется Кали-юга через этих преданных, а споры, ссоры и критика. Mm.
But the main tendency is there that they think God is simply in the temple. And so they think you go to the temple, you be religious, and you go outside the temple, you can do anything. Их способность видеть Господа. Матаджи еще до мая, please turn off your mic. Матаджи еще до мая. Их претенденция в конечном отхикаре сводится к тому, что они постоянно критикуют и видят Господа только в храме и считают, что будь религиозен, приходи в храм, а вне стен храма можно вести себя, как вздумается. Гурудев, is material desire also a sign of Kanishtha Adhikari? По-русски? Материальное желание – это тоже признак Kanishtha Adhikari? Well, yes, you could say that, but material desires are there in every conditioned soul in the material world. Material desires will be there. Можно и так сказать, материальные желания присущи каждой обусловленной душе этого материального мира. I've never seen anywhere that this has been particularly mentioned as being a symptom of the Kanishtha. Но я ни разу не встречал где-либо, чтобы наличие материальных желаний упоминалось именно как признак Каништхи. Вот так. А Гурудев, does it mean that we can have material desires only on Kanishtha Adhikari level or on the Madhyama level also? Русский. Это значит, что у нас материальные желания будут только на уровне Каништхи или на уровне Мадхьямы тоже могут быть? Yes, possible. Да, возможно. Next question, Guru Maharaj. Yes. Guru Maharaj, I have one more question. Are family relationships and family traditions a karmakanda for a devotee? Русский. Семейные традиции и отношения семейные – это кармаканда для преданного? Являются ли они кармакандой для преданного? Not necessarily. Не обязательно. Devotees' family can be in Krishna consciousness. Семья преданного может быть в сознании Кришны. Family relationships can be also Krishna conscious. Семейные отношения также могут быть в сознании Кришны. You cannot condemn people and say, "Oh, karma kandi," because family life. Family life is also encouraged. For most people, that they can be practice Krishna consciousness together in the family. Семейные люди также могут практиковать сознание Кришны вместе в семье. Most of them, you can see many great devotees were householders, were family people. Advaita Acharya, Lord Nityananda, Srivas. Thakur, they were all Grihasthas, Chandrasekhar, Acharya, Shivananda, they were all householders. You cannot say they're karmakandis. They were great devotees.
Это неверно считать, что семейная жизнь, семейные традиции обязательно ведут к кармаканде. Многие великие преданные были семейными людьми, они были все в семейных отношениях. Адвайта Ачария, Господь Нитинанда, Шивастакур, Чандрашакарачария, Шивананда – это все семейные люди. Как же мы можем сказать, что эти великие преданные были кармаканди? Окей. Вот так. Гурудев. I mean, if our relatives are not in Krishna consciousness, if we follow family traditions in the material world with the materialistic relatives, is it karmakanda for devotee? Well, the devotees, they don't follow these things. If they're devotees, they engage in devotional service. If they're doing these different rituals, they may do them just out of an obligation to the family. So they can do that. For grihasthas, these rituals and so on are important. Преданные могут использовать какие-то ритуалы, обряды, но они не привязаны к ним. Это может быть скорее частью семейной жизни и иметь какое-то значение. Grihasthas, they need these things just to keep them away from too much material attachment. So the rituals which they perform are helpful for them. Семейные преданные могут использовать какие-то ритуалы, что позволяет им снижать уровень привязанности или взаимодействия с материальным миром. Эти ритуалы как бы ослабляют или помогают преданным. Вот так. Okay, thank you very much, Guru Maharaj. I translate my question. Я забыла вопрос свой перевести. Я спросила, а если наши родственники материалистичны, и мы в этом случае следуем семейным традициям, то является ли это кармакандой для преданного? So, thank you, Guru Maharaj. Да, Guru Maharaj стал отвечать, стал говорить, что иногда наши отношения семейные требуют все-таки использования ритуалов. Next question, Акертида Деви. Пожалуйста, вопрос. Можешь перевести даже. Ох, меня слышно? Да. Слышно, не прерывается? Хари Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите поклоны слова Шри Прабхупаде. Я хотела кое-что уточнить и вопрос задать. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances, all glories to Шри Прабхупада. I just want to clarify one thing and to ask the question. We were talking about Madhyama Adhikari level. And if a devotee is preaching, is he considered to be a Madhyama on this level of Madhyama, or he should be on this level for preaching? Yes, he should be on this level for preaching. Да, простите, я забыла вопрос перевести. Преданный, если проповедует, он считается на уровне Мадхьямы, или чтобы проповедовать, он должен быть на уровне Мадхьямы? So someone may be preaching, but they may preach like in a kanista way. They may make distinction between people about who's qualified and who's, you know, they may not. You see, if one is kanista and goes preaching, then he's not able to distinguish about who's worthy of Krishna consciousness. И на вопрос Гуру Махарадж ответил, что да, конечно, да, человек должен подняться на уровень Мадьямы, чтобы проповедовать, потому что Каништха по определению не способен различать уровни людей. Поэтому он не сможет взаимодействовать с людьми, не понимая, кто достоин сознания Кришны, а кто нет. So although he may go for preaching, he doesn't see Krishna in everyone's heart. So he just thinks they're all fallen souls. He thinks everybody's fallen soul. And he doesn't have any compassion for them.
Поэтому даже если Канишка пойдет проповедовать вследствие своей неквалификации, он не будет видеть духовную искру в живых существах, различать, и он будет всех видеть как падшие души и не будет испытывать к ним ни капли сострадания. So somebody goes out for preaching, they have to have that mood of the Madhyama devotee. We have to be able to distinguish about who's the atheist and who's the blasphemer, and they should avoid him. They should just avoid him, and they should look for the innocent people to preach to. Итак, если преданный идет на проповедь, он должен развивать квалификацию мадьямы, а значит развивать квалификацию различать людей. Например, он будет избегать в этом случае атеистов, не тратя на них время, и вместо этого искать лучше невинных людей и использовать время и силы для того, чтобы им проповедовать. But if we have the Kanishta mentality, then we'll think, oh, none of these people are any good, they're all useless people. And we don't preach to anybody, we don't show compassion to anyone. Но если будет оставаться умонастроение Канишхи, то такой преданный будет думать, о, все вокруг падшие, какой смысл им вообще проповедовать? And we don't think about how to give mercy to people. We don't think. Yeah, we don't think about giving them, we're not compassionate on the fallen souls. И мы не должны считать их падшими душами, раздавая милость Господу. Of course, then you could say, well, they're going out for preaching, but sometimes people go out for preaching, they simply go out there to, they want to take the money from people, they just go out there to get money from them. They don't actually go there to give them Krishna consciousness. Поэтому иногда преданные на низком уровне выходят на проповедь для того, чтобы взять у этих людей деньги, а не для того, чтобы дать им милость Верховного Господа. So if we have a materialistic mentality when we go out for preaching, then that's not good. Поэтому если, выходя на проповедь, у нас сохраняется материалистическое мышление, то это не очень хорошо. Okay. Thank you very much. And a question. What inspires you, Guru Maharaj, to deepen the relationship with Srimad Bhagavatam, to serve Srimad Bhagavatam? What inspires me to what? To deepen relationship with Srimad Bhagavatam. Что вас вдохновляет, Гуру Махарадж, углублять свои отношения со Шримад Бхагаватом? Спасибо. Well, the inspiration comes from Srila Prabhupada, that Srila Prabhupada spent so much time to comment, write his commentaries and purports on Srimad Bhagavatam. So we understand how dear it is to Srila Prabhupada. So it's the mission of our spiritual master. Меня вдохновляет сам Шрила Прабхупада. Когда я думаю о том, сколько времени он потратил на то, чтобы записать свои комментарии, я понимаю, насколько Шримад Бхагаватам дорог Шриле Прабхупаде, и также это была миссия его духовного учителя. So we see the Shrimad Bhagavatam in relation to Srila Prabhupada, that Srila Prabhupada worked so hard to present the Shrimad Bhagavatam, and he encourage us so much to read it and to study it and to preach it. Просто понимание того, как Шрила Прабхупада тяжело трудился, чтобы представить Шримад Бхагаватам, а также сколько он вдохновлял нас для того, чтобы мы читали Шримад Бхагаватам, изучали Шримад Бхагаватам, проповедовали на основе него. And the Srimad Bhagavatam is the mature fruit, the mature realization of Srila Vyasadeva.
It's a described in Srimad Bhagavatam, it's a ripened fruit of the Veda. Шримад Бхагаватам представляет собой зрелый плод. Это зрелая медитация, зрелое сознание Шилы Вьясадевы. Поэтому в самом Бхагаватам так и говорится, зрелый плод всей ведической литературы. So it's the topmost literature. It's recognized by all the great philosophers and scholars. It's the topmost philosophy. Итак, Шримад Бхагаватам — это высшая литература, высший уровень философии, признанный великими учеными и философами. And it's always being quoted by Prabhupada, quoting many verses from it. So we're encouraged to study it and to preach it ourselves. Шрила Прабхупада часто цитировал многие стихи Шримад Бхагаватам и много текстов использовал, поэтому это побуждает нас изучать и проповедовать на основе него. Mm-hmm. Okay. Вот так. Thank you very much. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Next question, Alexander. Саша Прабу, ваш вопрос. Саша Прабу? У вас поднята рука на вопрос. Если пока вы не можете, мы перейдем к другому участнику. Следующий у нас или Маджи Вриндавана Лила, или Маджи Ватишачи. Кто первый поднял? А Вриндаван Лила Матаджи. Пожалуйста. Маджи Вриндавана Лила, ваш вопрос. Хари Кришна. Дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, меня слышно? Да. Примите поклоны, пожалуйста, со Слава Шили Прабхупаде. У меня два вопроса, ну, один пока. Я на днях слушала лекцию со старшим преданным, и он сказал такую свою мысль, что участвую У вас выключен звук, Маджи Вриндавана Лила. Так, сейчас. А так слышно? Да. Вот. И что распространяя, да, сознание Кришны на улице, поют харинамы или распространяют книги, уже участвуют в господах, в играх Господа Чайтаньи. Что ему уже не нужно воплощаться в материальном мире в играх Господа, что он уже сейчас участвует в ливах. И по милости Господа Чайтаньи Нитьянанды сможет осознать Господа и продолжить служить в духовном мире. Вот мне хотелось знать, что думает Гуру Махарадж по этому поводу. Спасибо. The question from Vrindavana Lila Mataji. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. Recently I heard class of one senior devotee. He said that one who distributes books out of streets has already joined to Krishna, to Lord Gauranga Nityananda Lilas. Such person who distributes books on the streets, no need to again come to the Lilas. Such person has already joined to Lilas. Can you comment or say something about it? He's already joined to where? To Gaura Nityananda Lilas. Such person has already participated in Gaura Nityananda Lila as one who distributes books. Mm-hmm.
What do you think? What do you can comment about? Well, we hope so. We hope that the people who are distributing books are on that level. Мы надеемся, что это так. Мы надеемся, что те, кто распространяют книги на улицах, находятся на этом уровне. I don't know. I mean, yeah, it'd be very nice if everybody who distributes books is like that. Я не знаю, было бы здорово, если бы каждый, кто распространял книги, был на таком уровне. Of course, different people have their motives about this, how they distribute books and why they distribute books. У разных людей разные мотивы, когда они выходят распространять книги, зачем они распространяют книги, как они их распространяют. The motive has to be pure. Мотив должен быть чистым. Somebody is distributing books. They have to really have compassion on the people they're distributing books to. Некоторые, кто распространяет книги, действительно имеют сострадание к тем, кому они книги распространяют. Yeah. We shouldn't be very critical of people, the materialistic people. We should not condemn them. We should simply feel compassion for them and feel sorry for them. Мы не должны испытывать чувства критики или оскорбительное настроение к материалистичным людям. Не должны их как-то проклинать или злословить, или ругать. Мы должны испытывать к ним сострадание и сожалеть. Of course, such preaching encourages people to distribute books. That's also good. I mean, we do want to encourage people to distribute books. Я думаю, что это было сказано с целью вдохновить людей распространять книги. Мы должны вдохновлять людей. So by preaching in that way, it certainly encourages people. Поэтому проповедь в таком духе вдохновляет людей. So, yeah, we hope that the people who are distributing books, that they will continue to distribute books, that they will continue, not that they just simply do it for some time and then regret that they did it and give up the activity, but if they do it in pure consciousness, then they want to continue to do that throughout their life. Мы надеемся, что люди, которые распространяют книги, продолжат их распространять, не будут сожалеть о том, что они доделали, будут продолжать распространять их всю жизнь. Okay. Вот так. Хари Кришна, ну это действительно вдохновляет, Хари Кришна. Distributing is really inspires me, Хари Кришна. Можно второй тут вот продолжить тему эту? Пожалуйста. Что вы имели в виду под вашей фразой в письме «проявлять милосердие, насколько возможно в проповеди на улице»? Это когда я ставлю себя на их место и понимаю их страдания? Или это когда я делюсь своим примером, как книги мне помогли выбраться из страданий, ну и подарили цель, да, жизни и смысл? Вот можно этот раскрыть момент, какой смысл Гуру Махарадж вкладывает в это слово «милосердие», насколько возможно?
на проповеди на улице. A second question from Vrindavan Lila Mataji. Guru Maharaj, recently you answered me on my letter. What do you mean when you say that I should feel I should continue my service on distributing book and give mercy as much as possible? Does it mean that I should to place myself on the place other people, or does it mean that I should share with them my spiritual experience, how these books helped me to came on spiritual level? Or can you elaborate this point, please? Yes, when I say you should be compassionate on others, yeah, if you share whatever you have, like your realization of the value of the books and reading the books, how it's helped you and benefited you. So that's one thing. Да, с одной стороны, вы можете, когда вы проявляете сострадание к другим, вы можете рассказывать, как вам эти книги помогли, какой вы духовный опыт при этом получили. Вот с одной стороны, это так. And, you know, don't be greedy in taking money from people. Не будьте жадными, чтобы постоянно быть озабоченным, как взять деньги с людей. Try to engage people. At the same time, we do try to engage people in Krishna consciousness. В то же самое время мы должны пытаться задействовать людей в сознании Кришны, в деятельности. If they can give money, then of course we accept it, because we can use that money for Krishna's service. Если они могут дать деньги, мы принимаем их, потому что мы используем эти деньги в сознании Кришны, в служении Кришне. But at the same time, we're not greedy that we have to make a big profit in our book distribution. При этом мы не должны жадничать и пытаться сделать выгоду, большую выгоду на проповеди сознания Кришны. We're a non-profit organization. We're not in business. Мы не та организация, которая ставит своей целью получение прибыли. So whatever we can do for the service of Krishna, we try our best to make it as an offering to Krishna. And whatever people contribute, we try to use that for the service of Krishna. Все, что мы делаем, мы стараемся делать для удовлетворения Кришны и делать это максимально наилучшим образом. Если люди что-то предлагают нам, мы используем это только для того, чтобы использовать в служении Кришне. So when we go out to distribute books, we go out there to give Krishna consciousness. Поэтому всякий раз, когда мы выходим наружу распространять сознание Кришны, мы стараемся дать Кришну другим. We do want to have the right mood in giving Krishna consciousness. Мы развиваем правильное умонастроение во время о раздаче сознания Кришны другим. So yeah, try to share what you have. Try to share your realizations, and try to be merciful to people, and think how to engage them in Krishna consciousness. Так что да, рассказывайте людям свой духовный опыт и
пытаетесь задействовать их в служении Кришне, в сознании Кришны. Yeah, if you can bring people to do service for Krishna, then that's the greatest mercy, that's the greatest compassion. Если вы сможете привести кого-то на уровне сознания Кришны, это высшая милость и высшее сострадание. Величайшая милость, величайшее сострадание. Вот так. Махарадж, что вы приводите людей? Все по вашей милости. Харипо. Гуру Махарадж, it's by your mercy. It's you bring people to the Krishna consciousness. Hare Krishna. Next question. Маджи Ватишачи, о Маджи Анастасия. А Харе Кришна, вот там Саша Прабу держит руку. Александр Прабу недавно уже. Так если я его позвал. Если он задать вопрос, да. Или, может быть, Александр Прабу, может быть, вы напишите в чат, если у вас не включается микрофон. А пока? Угу. Кто следующий? Можно, да? Да, Анастасия Матаджи следующая. Анастасия. Угу. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, дорогие преданные. Вот сегодня я слушала лекцию, и у меня такое осознание, что я нахожусь на уровне Канишха Адхикари, и вот как вы сказали, что таким людям, преданным такого уровня, нужна милость. И вот у меня вопрос, а как эту милость получить? То есть нужно подходить к преданным, просить благословения, или вот как эту милость получить? Благодарю. The question from Ajahn Anastasia, Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances and other devotees. My question, you mentioned Guru Maharaj in a class today that those who are on Kanishtha Adhikari level needs mercy of other devotees. And she said, I understood today that I am on Kanishtha Adhikari level. So how can I get this mercy mentioned to you? Should I come to devotees and ask it about blessings or mercy or how? Well, you have to understand Kanishtha Adhikari is also an advanced position. It's a devotee, is it? So it's not that we look down on someone who's Kanishtha Adhikari. To be a Kanishtha Adhikari is also very good. It's you're not an ordinary materialistic karmi. Прежде всего необходимо понять, что уровень Kanishtha Adhikari это тоже какая-то квалификация, тоже хороший уровень, это не уровень просто какого-то кармического материалиста. So it's good that you've come to Krishna consciousness and you're coming to the temple, you're seeing the deity. That's good. Yeah. Это тоже хороший уровень. Вы приходите в храм, вы видите божество. You just have to go on from that. You just go on from that and continue to hear and to chant. And in this way, gradually, you also come to higher level. Если продолжить с этого уровня дальше слушать, воспевать, то можно постепенно подниматься на более высокий уровень. And the point is that you start to see Krishna in the heart of all living entities, not just in the temple, but you see Krishna in everyone's heart. Момент заключается в том, что нужно развивать способность видеть Господа в сердцах всех остальных живых существ, не только в храме, в божестве. Mm-hmm. Вот так. Понятно? Да, да, понятно. Благодарю. Okay, I see. Thank you. Next question. Саша Прабу, по-моему, вы готовы, да? Насколько я знаю. Пожалуйста, включайте, задавайте вопрос. Ваше святейшество, идет широкая проповедь, и часто привлекаются люди из
материи, там, любопытные, либо там в беде. И у них как такового желания развиваться в сторону преданного служения нет. Может быть, у них просто какие-то свои вот эти вот вопросы там закрыть. Как должны эти люди развиваться, как вы видите? Потому что ну, у них же нет вот этого желания, как уже у тех, кто ищет абсолютную истину, они неуклонны, они как бы идут, неважно, там, у них уже решена задача в жизни. А вот, вот этим, как вы видите, как они могут развиваться? Потому что, с одной стороны, вроде бы им какую-то милость оказали, им дали шанс, но у них свои вот этого такого неуклонного желания у них нет. То есть они могут просто как-то или из любопытства, или еще как-то делать, но это не серьезно, не, ну, нет вот этой искренности. Как им таким развиваться? The question from Alexander, Prabhu. We know that there are four kinds of pious people who attracted to the Lord. Three of them don't want to find absolute truth. They in distress or need wealth or inquisitive. What do you think? How these people can develop their spiritual experience and will come to the next spiritual level if they haven't desire to find absolute truth. They just try to get their needs. What do you think, Guru Maharaj, Your Holiness? They just try to get their needs. They're not trying to come to the spiritual level. Yeah? Okay. They just to get their basic needs and to meet their basic needs is a challenge in the modern age. Often people have difficulties to meet their basic needs. So if people are able to come to Krishna consciousness just to meet their basic needs, it's good, you know. And because they're getting their needs in Krishna consciousness, then naturally they will come to the higher, in course of time they will come to a higher level. Although initially their purpose in coming was to get their basic needs, but because they came to Krishna, they're going to get the association of devotees and they're going to hear and they're going to learn a lot. Да, эти люди приходят закрыть свои какие-то нужды. В материальном мире сейчас даже закрыть базовые потребности – это большая проблема. Поэтому то, что эти люди пришли именно к Кришне закрывать свои какие-то базовые потребности, удовлетворить, это уже хорошо, они соприкоснулись с преданными, они так или иначе уже подошли к какому-то духовному уровню. Поэтому впоследствии, если они будут слушать, повторять, то они смогут уже двигаться дальше. Тем не менее, они закрыли их с помощью Кришны, они пришли к Кришне так или иначе. Нет. Вот так. Я можно уточнить? Пожалуйста, Саш, Павел. Ну, говорится, что без помощи духовного учителя любая попытка достичь чего-то там обречена на провал. А кто будет для них, для таких людей, духовным учителем? Кто-то же их должен вести, кто-то их должен вдохновлять, стимулировать, как-то там объяснять, что они страдают, что они там в невежестве. Но они же об этом не понимают. In the same time, we know that in Guru Ashtaka said that without mercy of spiritual master, any attempt to get success for them is failure. So who will help such people if they just satisfy their basic needs and stopped on this level?
who will encourage them, inspire them, explain them that they are in distress and they need spiritual spiritual practice. Well, simply by association with devotees, that, you know, it's not that devotees are always saying you have to do this, you have to do that, but simply by association with devotees. For example, there will be festivals and there will be prasadam. So everyone likes to come and eat prasadam. They come and they enjoy the festival, they eat prasadam. And then also there's kirtan, they'll hear the kirtan and they'll see everyone chanting and dancing, and they may be inclined also to take part, to join in the dancing and chanting, just by chance, just casually, without any thought about it. They just simply hear the kirtan and they may come and take part. Благодаря общению с преданными у них будет происходить вот этот рост. Причем совершенно не обязательно, что преданные говорили, ты должен делать то, ты должен делать все. Просто благодаря общению, благодаря тому, что они так или иначе соприкасаются, это естественным образом будет происходить. Например, если взять просад на фестивале на каком-нибудь, то это естественно, людям нравится приходить, кушать что-то, какой-то вкусный просад, они будут есть просад. Также киртан, они будут приходить, им будет нравиться какой-то киртан, они будут присоединяться, это достаточно естественно, обыденно, то есть вот киртан, все танцуют, все наслаждаются, и кто-то присоединяется. Just like we have this one man coming here, and he was coming, man, he was eating fish, but he was sitting, hearing the lecture, and he heard somebody talk about how devotees, we don't eat fish. And so he also understood, you know, he thought, yeah, I shouldn't eat fish. And, you know, it's very easy to get sick and diseases by eating fish. So he thought, oh, I should also stop eating fish. And so it took him some time, but eventually he was able to do it and he gave up eating fish. You know, nobody told him how to do it, but he just did it on his own, just by hearing. Как вот здесь, например, один человек, он приходил, и он ел рыбу, но он периодически слышал, сидел и слышал, как преданные разговаривают между собой о том, что мы не едим рыбу, это приведет к заболеваниям, это ведет к нечистая вещь. И он постепенно отказался от рыбы, перестал есть, подумал, зачем я ее буду есть, если это вредно. Это, конечно, потребует времени, не сразу это может произойти, но тем не менее, вот так слушая, соприкасаясь, человек приходит к какому-то правильному выводу. So nobody's there with a big stick saying you have to do this, don't do that. You know, it's voluntary. People, you know, we talk, we may preach about it, we may talk about it, but we're not talking to any one person in particular. We're not saying like, you have to do this. But if you want to progress, we can understand there are certain things you have to do. Поэтому это не требует прямо какого-то такого нажима, напора, чтобы кому-то говорить конкретно, вот делай это, не делай это. Просто благодаря тому, что об этом говорится, благодаря тому, что преданные проповедуют или упоминают, то постепенно человек, если захочет менять что-то в своей жизни, он будет это менять добровольно. So if you don't do it, then, you know, that's up to you, you know, it's your choice. Но если не хочет человек делать, ну, это твой выбор, все зависит от тебя. Окей. Хорошо. Next question. Маджи Вайчачи, ваш вопрос или Маджи Хвадини? Нет, там Хвадини Матаджи, еще в чате есть один вопрос передо мной. Еще okay, last question. Последний вопрос. Последний Хвадини вопрос, Маджи Хвадини, ваш, наверное. Хари Кришна, последний, да? Хотела несколько. Сейчас последний надо выбрать. Вопрос. Примите, пожалуйста, поклоны Гуру Махарадж и дорогие преданные. Еще вопрос выбрать. Ну, в общем, ладно. Про счастье. То есть
Вот есть преданные Мадхьяма, Адхикари, да, вот видно, что они счастливы. И вот это счастье в основном у них приходит от того, что они делятся. То есть они идут, проповедуют, вводят харинаму, ну, то есть видно. И Каништха или Неофит, да, вот те, кто только-только начинает практиковать, а может ли быть у них вот такое же счастье, как у Мадхьямы? Или у них это просто даже в сознании Кришны, просто они там как-то вот просада вкусили, и им просто как чувством приятно, но это не счастье. То есть на начальных уровнях вообще счастье в сознании Кришны возможно получить? Если да, то от чего и как? Hare Krishna. The question from Haladini Mataji. Guru Maharaj, we know that Madhya Madhikari enjoy Krishna consciousness practice naturally. We see how they happy or satisfied, but where can Kanishtha or Neophyte devotee can get enjoyment on the start level in Krishna consciousness? How Neophyte devotee can get enjoyment from spiritual practice and where? Well, you can get enjoyment from devotees. You just have to contact the devotees. Это наслаждение можно получить путем передачи от других преданных, те, кто сами. Kanishtha Adhikari will enjoy serving the deities. You do service for the deities. That should please them. And by taking pleasure in serving the deities, gradually one day you come to understand how the Lord is present also in the hearts of others. Kanishtha Adhikari получает наслаждение от того, что он служит божествам. Ему это нравится, и в один прекрасный момент он понимает, что вот это наслаждение можно получать, передавать другим. So serving the deities is also purifying, you know. Служение божествам это очищает, как вы знаете. And you serve the deities, you get nice association with other pure devotees who serve the deities. And from their association, you'll learn about how to also serve the devotees. Когда мы служим, когда человек служит божествам, преданный служит божествам, и он общается с другими преданными, кто чисто служит божествам, он постепенно получает квалификацию, как теперь служить не только божествам, но еще и другим преданным. So, Kanishtha Adhikari also gets pleasure. Kanishtha Adhikari также получает наслаждение. Gets pleasure decorating the deities, decorating the temple room and offering big feasts to the deities, cooking a big feast and offering to the deities. It's very pleasing. Kanishtha Adhikari получает наслаждение, украшая божество, украшая храмовую комнату, готовя пир, предлагая его божествам, получает удовольствие от этого. And building a big temple for the deities is also very pleasing. Строительство большого храма для божеств также большое удовольствие. Окей. Хорошо. And it said you build a temple for the deities and you will get a place in the spiritual world yourself. Говорится, что если вы построили храм для божеств, это значит, вы построили в духовном мире домик для себя. All right, so we will stop here today. Хорошо, мы сегодня остановимся на этом моменте. Today is Ekadasi. Сегодня Экадаши. Have to chant more rounds. Необходимо повторять больше кругов. Try to do more hearing and chanting. Использовать время для большего слушания и повторения. Okay, so Hare Krishna Srila Prabhupada, thank Audrey Dharan Prabhu.
for translation. Thank the devotees for participation. Thank you, Guru Maharaj, for your mercy. Спасибо Вайшнавам. Чай Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна, Бхакти Вигнавинаша, Нарсимха Махарадж ки джай. Джай.